Прицельные устройства, прибор ночного видения, системы слежения за техникой и живой силой, антидроновые ружья и квадрокоптеры передал приморским бойцам губернатор Олег Кожемяка в ходе поездки в зону СВО. Все оборудование, а это сотни единиц, сразу отправилось на линию боевого соприкосновения, чтобы помочь нашим военнослужащим отразить контрнаступление врага. Оно распределено по приморским подразделениям Тихоокеанского флота, 5-й армии, 83-й отдельной бригады ВДВ, добровольческого отряда «Тигр» и других. Передаем 27-ю 60-ю бригаду, получается 24 квадрокоптера тепловизионных, коллиматорных прицелов 120 штук, монокуляров передаем 30 штук, 10 противодроновых ружей, все здесь, как говорится, по накладным есть, все это на местах здесь, 27-ю, 127-ю, 60-ю просьба вручить, передать лично, значит, да, с тем, чтобы, как вы сказали, она уже, как говорится, завтра работала. Так и будет. На страх врагу и, как говорится, служил доброй службе нашим воинам. Чтобы быстрее была победа. Хорошо. Напомню, губернатор края Олег Кожемяка регулярно посещает приморцев, принимающих участие в специальной операции. Каждый раз глава региона передает нашим военнослужащим специальное оборудование, снаряжение, инструменты, дополнительную экипировку и предметы быта для обустройства в полевых условиях. Закупка и формирование таких грузов осуществляется за счет средств правительства Приморского края, а также коммерческих благотворительных организаций и пожертвований граждан.